Столтенберг предостерег США от войны с Северной Кореей. Военный конфликт с КНДР будет иметь опустошительные последствия. Североатлантический альянс предостерег мир от войны с Северной Кореей. Военный конфликт с КНДР будет иметь опустошительные последствия, заявил в генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в штаб-квартире организации в Брюсселе. Он добавил, что у США есть право на самооборону и на защиту своих союзников, однако никто в мире не желает решать вопрос с КНДР военным путем. При этом генсек альянса выступил за поиск дипломатического решения. Напомним, 11 октября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что обладающая невиданной силой армия КНДР не оставит безнаказанной Америку. А в сентябре, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп пообещал полностью уничтожить Северную Корею, если она будет угрожать США. Ранее сообщалось, что Северная Корея собирается провести новые ядерные испытания или ракетный пуск до 18 октября. Источник. Русская служба DW. По материалам сайта newsgra.com.